Участники выполняют 8 модулей, причем разные. Некоторые модули они делают на CO2 лазере, это резчик с гравировкой, и мини-маркер, это твердотельный тербиевый лазер, который импульсно-периодический позволяет выдать большую мощность в одном импульсе. И первый модуль, например, у них это приборная панелька, которую они должны сами начертить, ну, чертеж им дается, делать элементы для гравировки, внутренние резки и внешние резки, и загрузить это все в станок, настроить, наладить, подобрать режимчик, сделать этот режим и сделать полноценную панель за один раз. Сразу и гравировка, и резка. А также один из модулей — это шильдик. Шильдик — это такая панелька металлическая, которая крепится на всякие разные инструменты или оборудование. И они должны его также спроектировать в Corel Draw и выгравировать на анодированном алюминии. И также модуль — это сборная модель куб. То есть они должны придумать и рассчитать, как сделать пазы, подобрать посадки и собрать кубик, который потом мы будем кидать с разной высоты и тестировать, развалится, не развалится. Один из модулей — это резко сложного контура. Дается сложный чертеж, который они сидят такие: о, что же нам делать, надо подумать. Думают и чертят, и вырезают из оргстекла красивые фигурки сложной формы. Эксперт назначил судей, которые все это будут оценивать, когда участники все сделают, заносить базу данных WorldSkills, и будет выбран один человек, один победитель, самый лучший всей шестерки, который так уже лучше. И поедет защищать честь университета на следующий этап, межвузовский чемпионат, который будет проходить в ноябре на ВДНХ.